Сейчас мы покажем, как можно изменить рецепт. Входим в меню, выбираем настройки, изменения настроек, выбираем рецепт. Первый шаг нас устраивает, переходим ко второму шагу. Второй шаг нас тоже устраивает, и нам остается записать рецепт. Это блюдо у нас называется шашлык свиной. Записываем в меню. И запоминаем, после чего этот рецепт появляется в меню. Вот он у нас есть.